Ловите модный лайфхак для тех, кто хочет что-то построить, ну или сконструировать своими руками без косяков. Ребятушки, делайте все своими руками. Свои косяки вы 100% никому не покажете и не расскажете о них. Ну а если ручонки растут совсем не с того места, и ваши косячки видно даже невооруженным взглядом, ребята, всегда можно съехать на то, что я так задумал. Так надо было. Такое было решение. А, ну еще, стройте без косяков.